Ну, в первую очередь, хотел бы поздравить команду «Енисей» с заслуженной победой. Они проходят дальше. Мы уже, жалко, выпали с этого турнира, с одного. Теперь у нас впереди продолжается чемпионат, другой турнир, на который нужна уже игра будет в воскресенье 6 числа. Будем готовиться к ней. Эту игру нужно забыть, делать работу над ошибками и двигаться дальше. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, господа журналисты, ваши вопросы по прошедшему матчу, пожалуйста. Коллеги, есть вопросы? Не забываем представляться. Если вопросов ни у кого нет, ни у кого нет. Всем спасибо. Спасибо большое.